Депутаты опасаются, что в этом году Астана может остаться без отопления. Мажилисмены проинспектировали ход строительства ТЭЦ-3. Работы там продолжаются больше 10 лет. И все это время стоимость их увеличивается, а сроки ввода в эксплуатацию вновь сдвигаются. За 15 лет устарела и часть ранее приобретенного оборудования. Через месяц рабочая группа еще раз посетит ТЭЦ, чтобы проверить качество и динамику строительных работ. Сегодня строители говорят о том, что готовность 90%, значит, все котлы готовы, якобы трубы присоединены к городской магистрали. Но если вы на ощупь посмотрите, работы еще много, поэтому мы на ежемесячной основе будем проводить контрольные замеры, как идет работа.